Всем добрый день, всем доброго времени суток. Наступил декабрь, вот у меня планы на декабрь. Вот такая пряжа у меня белая, буду вязать из такой пряжи, баранья шерсть, овечья нить очень теплая. Вот такая серая пряжа тоже, овечья шерсть. Цвета горчички вот приобрела пряжа, тоненькая, двухжильная, буду вязать носочки. Темно-коричневая пряжа, вот такая. Тоже буду добавлять в пяточку и делать полосочки. В пяточке добавляю ниточку ирис. Начала вот в декабре, начала вязать вот такую пару носочков. Вот у меня на двух комплектах спиц. 5 спиц, 2 комплекта. Начала новую пару носочков вязать, вот такие. И вот это мои готовые работы. Это конец ноября. Вот такие красивые носочки. Вот. Видите, здесь ниточка ирис. И 3 белые полосочки. Вот такие носочки связала. Очень красивые. 2 серые полосочки здесь. И связала вот такие носочки. Здесь у меня 2 белые полосочки. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайки. До скорой встречи в новом видео. В следующем видео расскажу свои планы про вязание в декабре. Подпишитесь на мой канал.